Всем привет. Маленький такой лайфхак, как из уже высохшей губки, ну как ее обновить. Все довольно-таки просто. Для этого нам понадобится силиконовая смазка, которая продается в фикс-прайсе. Делаем небольшие такие пропиточки на самой губке. Ну, это в принципе и все. Нужно просто пропитать нашу губку, и она снова начнет работать. Так мы нашей губке дадим вторую жизнь. Можно делать все это дело шприцом, либо просто накапать. Но шприцом чуть-чуть под давлением туда загнать проще намного. Ну и дальше все это дело растереть по обуви. Главное не переборщить. И теперь она у нас снова начнет работать, как никогда прежде. Вот так вот просто восстанавливаем рабочее состояние. Ну и вот теперь осталось только проверить. Вот и все работает. А так выглядит губка. Живой и радостной. Кому было полезно, подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока.